Всем привет! Сегодня у нас очередная распаковка новых чупа-чупсов. Чупа-чупс, молочный шоколад, шары, типа киндеров. Сегодня у нас 5 штук. Давайте по очереди распакуем. Это у нас зимняя серия свинки Пеппы. Здесь могут быть наклейки, ластики, а также игрушки. Давайте начнем по одному распаковывать. Итак, посмотрим, кто у нас попался. Открываем. У нас попались наклейки. Давайте посмотрим, какая серия. Так, это все герои. Все герои. Свинки Пеппы. Вот здесь количество наклеек. Здесь сколько игрушек. 7 игрушек и ластики. Давайте посмотрим, какие наклейки. Вот наклейки, их 10 штук. Так, переходим к следующему шару. Итак, давайте посмотрим, кто попался у нас. В этот раз у нас попались опять наклейки. Посмотрим, та же серия, не та же. Так, ну-ка. Нет, это у нас другие наклейки. Это у нас другие наклейки. Это зимняя серия. Зимняя. Так, переходим дальше. Не будем долго зацикливаться на наклейках. Я думаю, это не так интересно. Нам все-таки нужно игрушку найти. Что-то легкое. Итак, смотрим, кто у нас попался дальше. Открываем. У нас попалась игрушка. Это маленький Джорджик с подставочкой. Давайте поставим. Игрушка, конечно, отличная. Что-то не очень хорошо ставится в пазы. О! Ну ладно. Давайте все-таки попробуем. Вот такой вот маленький Джорджик. Давайте посмотрим. Во! Вот он. Маленький Джорджик. Ну, симпатичная игрушка. С шарфом, синей шапочкой, синей кофточкой. Так. Игрушку мы оставим. Игрушку мы оставим. Так, переходим к следующему. Что такое тяжеленькое? Итак, смотрим, кто попался у нас. Шоколад уберем. Открываем. У нас попались опять наклейки. И это другая серия. Это другие совсем наклейки. Вот такие вот наклеечки попались. Так, убираем. У нас остался последний шар. Немножко помятый. Был в бою. Так, давайте откроем. Итак, шоколад мы убираем. Посмотрим, кто попался. Открываем. И у нас попалась игрушка. И у нас попался папа-свин.
Давайте поставим все-таки его на поставочку. Вот такой вот папа свин. Очень красиво сделанный. В зимней шапочке. Зелененькой. Шарфиком. Так, давайте посмотрим. На полную. Так, у нас попался Джордж, сыночек. И папа свин. Дедушке не попалось, мама не попалась. Это жалко, что попадаются наклейки. Хотелось бы, конечно, чтобы были только игрушки. Так что у нас две игрушечки есть. Такие красивые. Еще раз показываю. Ну все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пока-пока.